Итак, начнем. Я для начала разделила сухие ингредиенты и жидкие ингредиенты. Показываю, что будем делать. Значит, у меня здесь в общем 6 стаканов муки, но я пока буду добавлять 5, один в запасе, зависит от муки. Больше, меньше, будем смотреть. Значит, здесь 5 стаканов 200-граммовых просеянной муки. Добавляем сначала все сухие ингредиенты. Сюда же добавляем сахар 1 стакан. Кто не любит слишком сладкое, можете сделать поменьше. Сюда же добавляем 2 пачки ванилина. Сюда же добавляем 1 пачку сухих дрожжей. И сюда еще пол чайной ложки соли. Все перемешиваем, сухие ингредиенты. В этой стороне у меня все жидкое. Так легче все перемешивать, добавлять, чтобы ничего не забыть. Сухие ингредиенты перемешали. Делаем выемку. Добавляем молоко. 1,5 стакана теплого молока. Сто грамм растопленного масла. Делается все очень легко, просто все добавляем. Здесь у меня 2 яйца полных и 1 белок. Желток один оставила я для смазывания сверху. И 1 столовая ложка подсолнечного масла. Все, все перемешиваем. Месим тесто. Если вы будете делать с начинкой джем, допустим, то сахара можно класть поменьше. Дальше месим руками. Итак, добавляю 1/6 стакан понемножку. Вот у нас почти готово, чуть-чуть липнет, еще чуть-чуть добавлю муки. Я думаю, этого хватит. Вот у меня осталось вот столько. Сейчас у меня мерный стакан, где-то осталось 100 грамм муки. Значит, в итоге у меня ушло 5,5, чуть больше половины стакана. Месим минут хотя бы 5-7. Муки я больше добавлять не буду. Она уже вот нормально, не липнет. Тесто у нас готово. Вот она у нас как пластилин. Мягкий, приятный и не липнет к рукам. Теперь дальше, что мы делаем? Берем посуду. Наливаем чуть-чуть подсолнечного масла. Смазываем все вокруг. Ставим тесто в теплое место, чтобы увеличилось 2-3 раза. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 40 минут. Или же противнем, я вот накрываю, оставлю на 40 минут.
Прошло у нас 40 минут. Тесто у нас подошло. Что делаем дальше? Тот самый желток, который мы откладывали изначально. Добавляем в него 2 столовые ложки молока. Перемешиваем. И смазываем. Смазываем наши булочки. Смазали. Ставим в духовку, заранее разогретую, на 180 градусов до румяной корочки. Итак, у нас булочки готовы. Приготовились они за 30 минут. Зависит еще от духовки. Пока горячие, смазываем слегка сливочным маслом. Они будут у нас блестеть еще больше. Помазали. Накрываем полотенцем и даем остыть. Вот такая красота у нас получилась. Надеюсь, вам всем понравилось. Покажу вам, какие они мягкие. Они еще теплые. Покажу вам внутри, как они выглядят. Посмотрите, какие они воздушные. Очень-очень вкусные. Надеюсь, вам понравилось. Всем приятного аппетита. Пока-пока.